Конечно, можно поставить оборудование и выбрать предбоевые инструкции. Но хочется более тонкой работы с любимой машиной. Машина полностью украшена этапными декалями, но на ней все так же приятно играть, как и в первый раз. И вот какое дело. Даже самый любимый танк временами огорчает. Низкой скоростью, долгим сведением, медленной перезарядкой. Конечно, можно поставить оборудование и выбрать предбоевые инструкции. И выбрать предбоевые инструкции.